Привет! Еще один твик для центра уведомлений, который позволяет быстро сделать респринг, перезагрузку, reboot или выключение. Только не забудьте перед началом включить его в центр уведомлений. Выглядит он вот так вот. У нас есть respring, reboot, то есть перезагрузка, и power off, выключение. Respring понятно, что перезагрузить рабочий стол. Просто перетащите ползунок справа налево и все. Также касается ребута и power off. Удобно, что значки, ну, ярлычки вот эти вот, значок перетяжки, этот ползунок, точнее, вот сказал, значок перетяжки, отличается цветом серый, зеленый и красный. Это очень удобно. Это один из самых наиболее удобных твиков для респринга и выключения. Вот. Вот такой вот полезный твик. Спасибо, что смотрите.